Какое-то гиблое место. В студгородке Красноярска трещит по швам еще одна придомовая площадка. На этот раз тревогу бьют жители 32-го дома на улице Керенского. Люди в панике. Еще немного, их высотка завалится. Дом стоит на краю склона и дождевой водой. Здесь уже не первый год размывает грунт. В результате вся территория пошла трещинами. В нескольких местах начала выпадать брусчатка. Прямо под ногами разваливается на куски толстое бетонное покрытие. Щели поползли и по самой многоэтажке. В районной администрации рассказали, что следят за состоянием этого и соседних домов, расположенных на склоне. До конца этой недели будут приняты меры, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Было принято решение восстановить ливневую канализацию, которая сегодня не работает должным образом, что повлекло размыв склона на придомовой территории. Принято решение, что до конца текущей недели эти работы будут выполнены. В принципе, ситуация находится под контролем администрации Октябрьского района. Никакой угрозы обрушения по данному адресу мы не видим, и она будет полностью исключена.